30 сентября церковь чтит память преподобномученицы Александры Хворостянниковой. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Будущая преподобномученица Александра родилась 20 апреля 1886 года в селе Сяново Московской губернии в благочестивой крестьянской семье. Отец Александра прислуживал в храме. В 1896 году в 30 верстах от Калуги была устроена женская община, и в нее потянулись девушки из окружающих деревень. Там побывали и знакомые Александры, которые рассказали ей, что настоятельница принимает к себе желающих подвязаться. В 1915 году Александра поступает в общину послушницей и живет в ней до 1918 года. После закрытия живет дома, а затем в Серпухове, где устроилась прислугой у состоятельных людей. В 1925 году Александра переходит работать на текстильную фабрику. В 1937 году безбожные власти выдали негласные распоряжения арестовывать всех монахов и монахинь, послушников и послушниц закрытых монастырей. В феврале 1938 года были допрошены дежурные свидетельницы, работавшие вместе с Александрой на фабрике, которые подтвердили, что она действительно жила в монастыре, а кроме того, ведет агитацию против советской власти среди рабочих в общежитии и является противницей государственных займов. Послушница Александра была арестована 21 февраля 1938 года и заключена в тюрьму. Сразу же следователями были устроены очные ставки послушницы со свидетелями, на которых она отвергла даваемые теми показания. Подтвердила послушница, что действительно жила в монастыре и до сего времени остается при своих религиозных убеждениях. Также не скрывала и о своих разговорах с работниками фабрики по поводу ложных, кощунственных лозунгов коммунистов. Говорила, что Бог есть и храмы закрывать недопустимо. Следствие было закончено в один день. Тройка НКВД приговорила исповедницу к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и она была отправлена в Бамлак. Послушница Александра скончалась в заключении в Хабаровском крае 30 сентября 1943 года и была погребена в безвестной могиле. Преподобномученица Александра Хворостянникова причислена к лику святых новомучеников и исповедников 11 апреля 2006 года.